Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Люба, мне 20 лет. Люба, ты куришь? Да, я курю. Скажи, пожалуйста, как давно ты куришь? Примерно 2 года, точно не помню. А ты помнишь тот момент, когда ты первый раз попробовала? Да, это было в 9 классе, к нам в школу пришла новая девочка, мы с ней подружились, и когда дома не было родителей, она мне предложила попробовать покурить, мне стало интересно, я попробовала. Ну и как тебе понравилось? Ну, мне эстетически понравилось, как это смотрится. А сам, то есть запах, вкус не очень. Да, мне не понравилось. Но мы тогда курили с яблочным вкусом сигареты. Но они были более-менее приятные. А сейчас ты сигареты какой марки предпочитаешь? Сейчас либо Winston X-Style, либо Ken Smith Dom. Хорошо. А ты думала о том, чтобы бросить курить? Да, я даже бросала на 1,5 года, когда занялась танцами. Я попала в коллектив, где все ребята за здоровый образ жизни и не курят, и тоже бросила. Люба, смотри, сейчас многие курильщики, которые хотят отказаться от обычных сигарет, дают предпочтение электронным мини-кальянам. Ты как считаешь, это правильный путь, чтобы избавиться от вредной привычки? Для меня это не путь, чтобы бросить курить, потому что это одну плохую привычку заменить другой плохой. И я пробовала, мне не понравилось, у меня болит горло от электронных кальянов, и поэтому я не курю их. Что ты можешь сказать напоследок людям, которые хотят бросить курить? Я бы хотела сказать, что бросить курить на самом деле легко, главное задаться целью. И, ребят, давайте за здоровый образ жизни и бросаем курить. Благодарю тебя, Лю. Ну, спасибо.